Мира, покоя и благополучия в каждый дом, где живут-поживают люди доброй воли. Наша творческая команда представляет вашему вниманию очередной выпуск еженедельной информационно-аналитической программы «Криминал Информ». «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», так гласит народная мудрость. И ведь если вдуматься и действительно, повороты судьбы бывают очень неожиданными. В разные времена и эпохи бывали случаи, когда людей лишали свободы незаслуженно, и они отбывали наказание за другого человека, по своей воле или чужой. Справедливости ради стоит сказать, что такие случаи все же редкие исключения из правила. В большинстве своем в наших тюрьмах сидят все-таки за дело. А что в этой связи думают наши народные эксперты? Сидят ли в латвийских тюрьмах невиновные и можно ли попасть за решетку по оговору? С таким вопросом в минувшую среду мы обратились к рижанам. Как вы считаете, в наших тюрьмах сидят невинно осужденные или такого не может быть? Ой, не знаю, трудно рассуждать. Ну, наверное, есть обстоятельства, как бы некоторые. Может быть, там 1% какой-то есть. Ну, среди ваших знакомых, друзей не было таких людей, которые невинно были осуждены? Нет, не было. В наших тюрьмах, как вы считаете, незаслуженно осужденные сидят? Да, конечно. У вас был такой опыт? Нет. Какие-то знакомые сидят незаслуженно? Нет, ну я думаю, везде сидят. А почему вы так думаете? Потому что жизнь такая. Ну, то есть вы считаете, что суд может посадить кого-то так незаслуженно? Да. Не специалист, но я думаю, что в любой тюрьме могут сидеть потенциально невинно осужденные. А из какого-то опыта вы это можете заключить? Ну, вы знаете, есть такое мнение, что все-таки судьи не всегда бывают не без обязательств кому-то, понимаете? Поэтому тут... Как сказать? То есть это доверие или недоверие, сейчас мы говорим о судебной системе. То есть вы считаете, что наш суд не самый справедливый суд я в не мире? Я не говорю, что я считаю, я говорю, что существует потенциальная возможность. Почему нет? Поэтому заявлять категорически я не могу, но предположить я имею право. Возможно, конечно. Все возможно. А почему? Потому что все возможно. В наших тюрьмах люди сидят незаслуженно? Ну, об этом я не буду. Я не могу знаете? Судить. В наших тюрьмах сидят невинно осужденные люди, которые попали в тюрьму по оговору. Вы знаете, даже не сталкивалась с этим, и в родне не было, так что ничего не могу сказать. Думаю, что да. Потому что во всех странах такая ошибка есть, происходит, потом выясняется. Вот как вы думаете, в наших тюрьмах сидят незаконно осужденные в латвийских? Сидят. У вас есть конкретные примеры? Есть, но имен называть не буду. А почему вы считаете, они незаконно осуждены? Ну как вам объяснить? Это во всех странах так бывает, что нет такой страны, где нет незаконно осужденных. Ну а почему как это происходит, как вы думаете? Суд у нас такой. Кто платит, того и осуждают или не досудят. Так что. Очень много. Правда? Да. А за что? Вот как вы знаете, что много? Ну, потому что, извините, вот примерно вот так вот получается. Кто-то ее подставит, за чужих сядешь, что не убили. Много. Такое тоже бывает. Да? Ой, вот дофига. Ну, а вот как вы считаете, если человек незаслуженно попал в тюрьму, что ему делать? Как-то ему бороться надо за свое честное имя? Не знаю, надо, сдаваться не надо. Нам нужно, конечно, менять вообще многие вещи, связанные с законодательством, правами осужденных и так далее. Я думаю, что это логично и должно быть вообще двигаться вперед. Дело о заказном убийстве, по которому нынешний управляющий Рижской религиозной еврейской общины Мартин Перель проходил как организатор и отсидел в тюрьме 8,5 лет, сфабриковано. Так считает он сам и его адвокат. И в тюрьме, и сейчас на свободе, вот уже 23 года Перель неустанно пытается отмыть это черное пятно своей биографии и доказать свою невиновность через суд. Многие советуют ему плюнуть и забыть, ведь дело прошлое. Но он не отступает. В деле и правда много нестыковок. Любопытно.
любопытная деталь. Мартин Перель так и не признал свою вину. Был дважды помилован президентом Вайры Вики Фрейбергой. Вдумайтесь, помилован дважды. Случай просто уникальный, и судимость погашена. Сегодня Мартин Перель управляет делами Рижской еврейской религиозной общины. Он же руководит столичным еврейским кладбищем. Человек в столице уважаемый. С ним советуются, к нему прислушиваются. Сегодня трудно поверить, что еще 15 лет назад он сидел в тюрьме. Причем был осужден на довольно долгий срок. Его обвинили в организации заказного убийства партнеров по бизнесу. Свою печальную историю Мартин Перель поведал «Криминал-Информу». Нестыковок было очень много в деле. Кроме того, никаких доказательств моей вины не было. Вся моя вина, по этим словам, состояла из того. Он подъехал к фирме, я стоял на крыльце, у меня было плохое настроение. Он меня спросил, в чем дело, я сказал, что я поругался. Он говорит, да, он негодяй, я бы его убил. И я спрашиваю, как бы ты сделал? Он говорит, я бы кинул гранату. Я засмеялся и сказал, а я бы две. Он воспринял это как заказ преступления, а меня как организатора. Он изготовил гранаты? Нет, он их зарезал, якобы, кухонным ножом. Он якобы способствовал или организовал убийство трех человек, связанных с тогдашним кооперативом «Три звайгзнес», «Три звезды», путем, таким путем, что он якобы уже упомянутому господину Лакшинскому сказал, что неплохо бы их убить. Вот таким образом выражалась, по мнению обвинения, организация убийства. Ну, а это доказано, да? Вы знаете, там очень трудно по материалам дела показать, потому что я после этого, как вы понимаете, встречался со многими работниками полиции, с теми, которые тогда участвовали и в задержании, и в первых оперативках по этому делу, потому что дело было, в общем, действительно громкое. Вот. Они, значит, они, смеясь, сказали, что если эти и померли, да, так только от смеха, как появился этот киллер. Что они считали, сами оперативники, что он не мог, он бы не справился в этой ситуации. То есть убил кто-то другой? Возможно. А я опять не могу ничего сказать, я просто рассказываю то, что я пытался узнать, какие-то концы по этому делу. Так, вот этот осужденный убийца, он тоже пытается реабилитироваться? Он не пытается, он махнул рукой, он пытался. Я думаю, как многие, которые пытались дать показания, был даже один и потом при невыясненных обстоятельствах погибший. Тогда 99-я статья Уголовного кодекса Латвии, сейчас 116-я, по-моему. В общем, для приговора, вообще для уголовного дела, надо три фактора. Объект преступления, субъект преступления и мотив преступления. Мотив преступления, который мне записывали, это то, что я хотел покончить с конкурентом своим, одним из этих трех. Это сам по себе абсурден, потому что я в любом случае, это была не такая уж серьезная и крутая фирма, да, что мне обязательно надо было стать совладельцем этой фирмы. Я был, то есть владельцем, единоличным. Я был совладельцем этой фирмы, моего компаньона семья, и поэтому мне бы это наследство не перешло. И оно не представляло собой такой ценности, чтобы, тем более тогда, 2000 рублей, по-моему, тогда стоило создание новой фирмы, да? То есть для этого не надо было кого-то убивать, можно было просто за 2000 рублей. Так что сам мотив по себе, сам по себе анекдотичный. Вот. То есть в деле наворочено, конечно, очень много всего. И самое интересное – гонорар убийцы. Гонорар убийцы, почему следователи и убийца сошлись в этой сумме? 5000 рублей. 5000 рублей 92 года, 25 долларов. Пойти на убийство трех человек за 25 долларов?
идиотство. То есть вот эти вот моменты были анекдотичны сами по себе. И еще тот момент, что почему-то всюду представляли, что убийца сам явился в полицию и признался в совершении преступления. Вот. Но такой явки с повинной не было, потому что с самого начала, когда задержали его, да, информация была, тогда была газета «Именем закона», если вы помните, да? Лику Маларда, да? Вот. И там, значит, было указано, что его разыскивали, долго разыскивали, наконец-то его арестовали. И была фотография, как ему одевают наручники, как его задерживают. То есть нестыковок было очень много в деле. Так что, если кто говорит, что о Монте-Кристо пишут только в книгах, так можете посмотреть. Но я как адвокат вступил в оспаривание данного приговора уже после его исполнения. Мы с моим клиентом познакомились уже после его помилования. В 2002 году. И решили, что все-таки, ну, невзирая на то, что он уже обрел свободу, но все-таки справедливость должна восторжествовать. Такова наша совместная идея. Мы получили письменные доказательства, что имелась такая оперативная разработка, то есть обстоятельства, которые не были известны суду тогда, когда рассматривалось дело. Есть все-таки основания вновь поднимать вопрос о возбуждении дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ибо он, мой клиент, имеет право, как осужденный, очевидно, также и на основании такой разработки проверять и саму суть этого действия. Кому же и зачем понадобилось фабриковать это дело и сколько еще таких дел в Латвии? Четких ответов нет. Мы пытались разобраться с помощью главы общества юристов. Я в данный момент заканчиваю докторантуру в области права и под область, если так можно сказать, это криминалистика и оперативная деятельность. Насколько часто у нас незаконно осуждают и насколько часто такие случаи происходят? Вам, как специалисту, вопрос. Мне, как бывшему начальнику оперчасти центральной тюрьмы, если я это сейчас все вам скажу, вы знаете, как они усидчиво смотрят, кстати, в тюрьмах вашу передачу? В тюрьме сидит сравнительно огромное количество людей, которые в конкретном случае действительно не виноваты. И причины разные. Одна из причин – это, скажем так, плохая, непрофессиональная работа органов, потому что они понимают, что это плохой человек, он творит плохие дела. Но вот эти 9 преступлений мы ему доказать не можем. И тогда ему берут и сажают, его пихают за что-то туда, в эту тюрьму, вместо того, чтобы искать доказательства на то, что он уже сделал. Иногда сажают совсем за то, что он, может быть, даже и не делал. И известны случаи, когда признательные доказательства даже получались в процессе давления, грубо говоря. Потом есть категория таких людей, которые, скажем так, выгораживают других по разным причинам. Да? В организованной преступности, например, там даже, это можно сказать, носит такой как должностной характер, что если с руководителем организованной преступной группировки происходит, допустим, какая-то неурядица, то его вину на себя берет, скажем так, тот, кого назначили виноватым. Да? А также сравнительно часто, если так можно выразиться, встречается похожее событие между родственниками и близкими людьми, особенно в случаях с автоавариями, когда, если, допустим, автоаварию сделал родственник, у которого нет прав, и, может быть, он даже был пьяным, то тогда кто-то говорит, что это был, допустим, не он, а другой, да, и таким образом, во-первых, запутывают следствие, а во-вторых, тот второй может быть с правами, и там может быть даже и преступления нет, а только административное тогда нарушение и так дальше, да. Но, однако, есть и действительно вот такие случаи, как вы сказали, где есть ошибка следствия. И тогда нужно понимать, в чем она. Либо это
сами следователи под каким-то внешним воздействием или по внутренним интересам сделали дело, ну скажем так, нечестным и подсунули прокурору. Или, может быть, это даже прокурор сам просто для галочки, нужно ему по потоку пустить какое-то дело, он просто его пускает. К какой категории отнести конкретное дело Мартина Переля, глава общества юристов Латвии Рихард Бунка, сказать затрудняется, досконально не изучал. Да и в тюрьме тогда, 15-20 лет назад, еще не работал, так что лично не сталкивался. Но теоретически ошибку следствие допускает. Правда, доказать это можно только через суд. Продолжение нашего расследования в рамках рубрики «Экспертиза криминал-информа» мы предложим вашему вниманию сразу после небольшой рекламной паузы. Она будет недолгой. Во второй части программы вы услышите комментарий председателя общества юристов Латвии Рихарда Бунки, который ранее возглавлял службу безопасности Рижской центральной тюрьмы. Оставайтесь с нами до конца передачи. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть и услышать. Пекристо Пакунга – это не только особенная кухня, каких больше в Риге нет, но и отличное место для встречи друзей и корпоративных вечеринок, семейных торжеств и романтических свиданий. Пекристо Пакунга звучит гордо и заманчиво. Высокий экологический стандарт, 100% дружелюбное отношение к природе. Все это Baltic Oil Management. Жизнь без стресса? Семейное счастье? Да, все это возможно. Благодаря алкометрам Алкоквант. Это лучший подарок к любому празднику. Вообще-то, Пиакристо Пакунга – это бомба. Бомба в прямом и переносном смысле. Настоящая бомба вкуса, стиля и уюта. Не верите? Проверьте. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть и услышать. Я знаю вот сейчас, скажем, ситуацию, как она стоит в преступной среде и в полицейской среде, если так можно сказать, но в те времена не могу утверждать, что знаю. Ну, сейчас можно сказать, что так демократичнее таких обвинений не бывает. Как не бывает? Бывает, конечно. Ты будешь виноват, потому что ты не на нашей стороне. Это неправильно. Правильный способ – это с помощью научно установленных методов собрать доказательства. И в соответствии с собранной информацией уже принять решение, виноват конкретное лицо или нет. Потому что что такое следователь? Это что-то среднее между археологом и историком. Только ему нужно восстанавливать не весь период истории, а очень короткий момент, когда происходило событие. И какие-то из методов криминалистические, они похожи с историками, между прочим. Ну, а процентуально есть, ну, скажем, вот ошибок сколько? 10%, 20%, 50%? Ну, если мы посмотрим на количество оправдательных приговоров именно самих, да, то их не превышает 2%. Но надо понимать, что какое-то количество ошибок отсеивается и в процессе начального следствия, даже в самих следственных органах, во-первых, да, и еще какой-то процент отсеивается в том числе и в прокуратуре. Все-таки тоже находят их и отсеивают, и не пускают дальше, да, до судопроизводства. Но какая-то часть незаконно получивших наказание или незаконно признанных виновными, она выходит из чего? Есть еще, например, такая процедура, как заключение мировой, то есть излейгумс, да? А излейгумс с потерпевшим может заключить только виноватый. То есть получается, если какое-то лицо говорит, хорошо, я готов с тобой заключить там этот мировую, это автоматически себя признает без каких-либо решений суда, что он виновен. Просто он не хочет судиться 10 лет. Почему? А может быть, это вообще не он? Проблема состоит в том, что как он только признал, следователю нет никаких обязанностей дальше проверять его виновность. Может быть, он вообще и не виновен. Мы же не знаем, по какой причине он решил эту мировую заключить. Здесь на первый план выдвигается как раз деятельность оперативных сотрудников, ведущих разведку в уголовной среде.
потому что по оперативной информации обычно известно, ну, порядок и суть события. Вопрос, каким образом подвести следствие так, чтобы следствие эту информацию с помощью в законе установленных процедур подтвердило. Что такое быть жертвой необоснованных обвинений, Рихард Бунка испытал на себе. Только в отличие от Мартина Перля, в тюрьму его никто не сажал. Более того, он сам там работал. Кстати, между прочим, в канцелярию президента в середине прошлого года поступила жалоба о том, что я веду массовые расстрелы на центральной площади центральной тюрьмы. То есть у вас какие-то враги такие, сумасшедшие? Почему сумасшедшие? Я думаю, что они как раз были в самой тюрьме. Или, может быть, кто-то из недовольных сотрудников, потому что наш отдел занимался сбором информации о нечестных сотрудниках управления заключения. Но все-таки должна быть какая-то логика, правда же, мотив. Почему вот вас обвинили в убийстве? Вы же нелогично? Или все-таки причина какая-то есть? А почему нелогично? Может быть, логично. У меня в подчинении было огромное количество вооруженных людей. Я дал приказ, и все. Я отсидел 8 лет, 5 месяцев, 13 дней. И где вы? В какой тюрьме? Я в центральной. Потом меня отправили на Белый Лебедь, Даугавпилскую. И потом перевели в пятую тогда, Матиса. 23 года, да. Назад это было. В 1992 году дело было возбуждено. Значит, мой клиент Мартин Перель был осужден приговором суда от 29 июня 1993 года за то, что он являлся, как бы по мнению обвинения, организатором убийства, организатором зверского убийства. Мой клиент никогда не соглашался с этим обвинением. Ну и отчаянно пытался доказать свою невиновность. Последний, это окружной суд, который рассматривал апелляцию на решение районного суда, отказавшего в помиловании. Но они указали, что они не могут снять с меня судимость, потому что я не признаю себя виновным. Я освобожден был на основании того, что я не признаю себя виновным. Поэтому мне пришлось опять обратиться к президенту. Ну, я уже не буду комментировать, мне рассказывали, как повела себя президент, да, и все комментарии по этому поводу, да, но она подписала второе. Такого прецедента нет в мире, чтобы два раза глава государства помиловал человека. Дважды к председателю Верховного суда обратился тоже осужденный вместе с господином Перелем Лакшинский, который повторно заявил, что он оговорил моего клиента. Да, в первом этом помиловании, да, назовем это так, не указали снятие судимости. И мы начали снимать судимость, ну, в установленном законом порядке. На мой день рождения как раз, ну, то есть на следующий день это было опубликовано, 6 апреля 6 года с меня сняли судимость. Через 2 месяца я получил латвийское гражданство. Но этого Мартину Перелю мало. Он хочет быть не только помилованным, но и оправданным. И добивается этого уже долгих 15 лет на свободе. Я хочу добиться возобновления судопроизводства. Это основное. Потому что я опять внимательно знакомился и с материалами уголовного дела, и с протоколом судебного заседания. Надо дать должное, что документы, конечно, у них находятся в очень таком тяжелом состоянии. Из протокола судебного заседания были изъяты куда-то листы. То есть кому и зачем надо было фабриковать в целом это дело, очень сказать трудно, да? То есть вы так еще и не поняли? Я так и не понял. Содержали в таких условиях с самого начала. Ну, по стенам в подвале, по стенам стекли, текли лужи, да? Ну, ручьи текли, там условия были жуткие. Но последние несколько лет нормально, когда вот поставили на должность, и начальник тюрьмы говорит, все хорошо, Перелю претензий нет, единственное, очень много пишет. И вскочил начальник отряда и говорит, а как же человеку не писать, если он ни за что сидит.
Один раз даже начальник тюрьмы пытался меня как-то прессовать, чтобы я перестал писать. Ну, а вы писали куда? В жалобы во все? Ну, жалобы, да. Официально. Я не писал это самое. Я не передавал через кого-то, я официально писал. И прокуратура мне тоже все время официально отвечала. Председатель Верховного суда сделал свою работу, как бы обратил внимание прокуратуры на прокуратуру. И решением тогдашнего ответственного прокурора за проверку фактов господина Бурканса в 1996 году приняло решение об отказе в возбуждении дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Мы наконец-то, спустя более чем 20 лет, убедились, что имелась некая оперативная разработка, то есть в понятиях оперативников что-либо больше, чем просто прослушка или наблюдение наружное. Ну, то есть уже практически мы говорим о, возможно, какой-то провокации со стороны оперативников. Разработка была заказана именно прокуратурой. Но это дает нам, по-моему, стимул для того, чтобы дальше размотать этот комок. Программа «Криминал-Информ» считает необходимым напомнить главные заповеди закона Божьего. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Согласно весьма спорного утверждения доморощенных правителей, все мы живем в демократической стране, и каждый якобы имеет право на справедливый суд. Каждый, кто считает себя незаслуженно осужденным, будто бы может бороться за свое честное имя, хоть до конца своих дней. Только у одних на это хватает силы и упорства, у других нет. Мартин Перель борется уже 23 года, 8 лет в тюрьме и 15 лет на свободе. И каким образом закончится эта борьба, одному Богу известно. Берегите себя и тех, кто рядом. Всего вам самого безопасного. Бог в помощь.